Порядок владимирских кладбищ на контроле муниципального центра управления городскими дорогами. Ежедневно бригады сотрудников с помощью техники проводят уборку мусора во всех некрополях города по установленному графику. Больше всего отходов скапливается на кладбище Улыбышева. Однако работы ведутся и в отдаленных местах захоронения. Ежемесячно мы с кладбища микрорайона Оргтруд вывозим порядка 80 кубометров мусора. У МКУЦ УГД находится 18 кладбищ во всем городе Владимир. Не только убирается основное Улыбышевское кладбище, и также убирают все маленькие кладбища, которые находятся в пределах городского округа. В уборке старого и нового кладбища в микрорайоне Оргтруд было задействовано 6 человек и 2 спецмашины. Собранный бытовой мусор, ветки и листва сразу же вывозятся на полигон. Если есть контейнерные площадки, соответственно, убираем в контейнер. Дальше пакеты, которые навалены вокруг, убираются вручную. В среднем от 15 минут до полутора часов, в зависимости от наваленности. Соответственно, если техника бытовая какая-то валяется, это дольше. Если просто мусор, это все быстрее. Полномочия по содержанию городских кладбищ были переданы Центру управления городскими дорогами с марта этого года. С этого момента, как отмечают жители микрорайона, некрополь привели в порядок. Сотрудники коммунальной службы убираются у нас на кладбище очень хорошо. Стараются регулярно соблюдать порядок. Вот. Сейчас в зиму сделали нам порядок большой на всех кладбищах, на всех трех кладбищах. За неделю со всех городских кладбищ вывозят около 700 кубометров мусора. Это порядка 35 самосвалов. Надежда Архипова, Егор Дикевич, 6 канал.